Не приведет ли тренд на дилентантизм и детскость в культуре к укреплению репрессивной роли государства благодаря большому количеству эмоциональных решений со стороны политиков, политический режим, метамодерна, автократия? Политический инфантилизм, разумеется, приводит к усилению государства, к усилению репрессивных практик, потому что по мере того, как общество инфантилируется, взрослые люди инфантилируются, государство принимает на себя функцию такого отца, который бьет, значит, любит, которому виднее, как тебе жить, который относится к обществу как к неразумной дитятке, которой нужно, значит, управлять, либо, либо же она не справится с жизнью. Это, на самом деле, гуманитарная катастрофа. И вот в 90-х годах был такой феномен кидалтов, то есть взрослых, которые ведут себя как дети. Сейчас на наших глазах этот феномен становится универсальным. Это, конечно, очень серьезная проблема, которая и приводит к усилению репрессивного аппарата. И дело не в эмоциональных решениях со стороны политиков, а именно в отношении людей и государства, там где раньше. От человека ожидалось, что он вырастет, станет самостоятельным, станет продуктивной частью общества. А то сегодня от человека ничего подобного не ждут. Более того, от него ждут, что он в принципе никакой ответственности на себя брать не будет. И государство, сегодня, понимая это, подспутно понимая это, делают все для того, чтобы люди не чувствовали себя ответственными ни за что вообще. Обратите внимание на этот тренд, который сегодня происходит, то что если последствия твоих поступков привели к какой-то беде, то это не твоя вина, да, это обстоятельства, это жестокий мир, ты не виноват, ты ничего с этим не мог поделать. И снова здесь важная оговорка. Да, разумеется, жертва виновной не бывает никогда. Это очень важно. Никогда жертва не бывает виновной. Но жертву можно научить брать ответственность за свои поступки таким образом, чтобы она была в состоянии избегать ситуации, в которой она может стать жертвой. Государство сегодня систематически людей отучает это делать, говорит, что вот не нужно учить девушек безопасно себя вести на улице, нужно учить мужчин не насиловать. Да, разумеется, да, изнасилование – это преступление. Насильник всегда виновен, жертва невиновна никогда. Но когда ты становишься жертвой изнасилования, тебя мало утешает, что ты невиновен или ты невиновна. Не утешает. И вместо того, чтобы людей учить ответственному поведению государство им внушает вот этот инфантилизм, что мир несправедлив, и в этом мире на тебе не может быть никакой ответственности. Поэтому да, инфантилизм ⁇ это фундамент репрессивных стран. Вы совершенно правы.